Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Ну, сегодня такое видео будет. Наверное, не знаю. Туалетный столик покажу. Девочки просили. Ну, так быстро в процессе уборки. У меня сейчас генеральная уборка. Покажу, пока муж на работе, чтобы никто не мешал, потому что на нашей спальне. Здесь муж только телевизор смотрит, отдыхает. Вот. И девочки еще просили панели в коридоре показать. Ну, тоже как получится, потому что там еще не доделан еще потолок. Надо будет. Я хочу, там плитка у нас. Пока на натяжной там в коридоре денег нет, я решила его просто покрасить. Потом плинтуса еще, пол заменим тоже. Ну как, мы совсем пол-то не будем доски убирать, сверху USB хотим и новый линолеум. Ну это уже потом покажу. Сейчас девочки стену просили. Ну а пока туалетный столик. В общем, вот. Не знаю, как показать. Вот тут зеркалом у меня. Но сейчас и здесь, можно сказать, у меня косметики тут вообще мало. Только вот парфюмы стоят. Здесь вот мои, мужа. Здесь у меня шкатулочка с украшениями. Тут подарки от девочек. Также все остальные мои украшения, какие были. Браслеты, кольца. Так, вот здесь парфюмы. Наши с мужем здесь кремушки стоят. У меня лечебные кисти. Тоже надо будет все перемыть. Вот эта картинка, которую я вам показывала. Так, коты у меня тут ругаются. Это вот подарок сына. Никак не могу их измылить уже, эти розочки мыльные. Тут тоже шкатулки моей дочери. Вот тут так украшения тоже. Бижутерия, в общем, здесь уже идет в этих шкатулках. Вот, различные. У меня ее очень много раньше. И покупала, и заказывала. Сейчас серьги не ношу, как-то что-то у меня перестало носить и заросли. Уши, в общем, надо заново прокалывать. Здесь в этой корзинке вот лаки. И так вот еще кое-что из косметики тоже надо посмотреть. Вот эти блески для губ. Крем еще, кстати, вот уже. Надо посмотреть, какие уже испортились, выбросить. Корректоры тут. Надо порядок навести. Сейчас буду все протирать. Вот. Окно здесь у нас в комнате помыло. Тоже надо будет красить. Вот там вот видите, как чернеет. Это у нас вот. Буду красить эти откосы. Ну, пока вот. Вчера докрашивала. Еще раз покрасила дверь. В ванной. Косяки все. Краской для радиаторов. Чтобы можно было мыть, протирать. Изначально что-то надо было мне. Я другую брала водостойку. Но она, на самом деле, ее, ну, нежелательно мыть, двери. Так, в общем, тут у меня, так, вот тоже надо буду порядок и организацию делать. Всякая ерунда лежит. Наборчики. Здесь у меня пустые сейчас ящики. Я все палетки унесла в детскую комнату. Сейчас покажу вам, потому что я утром всегда там крашусь. Муж еще спит, я раньше встаю. Поэтому я все отсюда поубирала. Ну, тут так, очки. Тоже бижутерия вот здесь лежит. Различные. В этой коробочке бижутерия. Извиняюсь, этот шкаф скрипит. Вот здесь пока пусто, я этот комод пока сделала для мыла, потому что в детской комнате, в тех шкафчиках там жарко вообще в детской. Летом там будет очень жарко, и чтобы мыло не портилось, я сюда вот тут подарки от девочек, покупки. Тут они в два ряда уже лежат. Аромат открываешь, вообще потрясающий. Вот тоже подарки от девочек. И мои покупки есть. Вот. Вот тут все с мылом у меня. Мое богатство вместо косметики. Так. Ну вот, в принципе, вот весь туалетный столик. Ничего здесь шибко такого интересного нет. Ну, еще комод тут. Я его показывала, сейчас покажу, есть. Так, сейчас минутку. Так, вот я включила свет. В общем, здесь корзинка вот эта с мылом, которую буду брать в использование, вам показывала. Здесь тоже мыло. Здесь в этом комодике у меня все запасы. Здесь и средства для лица, где хранение я снимала, я вам показывала. Это уже после всех перерасчетов, плюс новое что-то добавляется. Здесь для тела. Вот эти лезвия, станки очень хорошие. С фикс прайс иранские. Ну вот тут все средства для рук, для тела. А здесь два шкафчика еще с мылом. Вот надо снимать. Вот все-таки надо было, если бы я все запасы мыла вытащила, то я бы быстро его сняла. Остала кусочками и все. В общем, битком вот этот весь шкаф аж тяжело открывается. И вот тоже. Это все я еще вам не снимала. Я только начала кусочки. Ну, в общем, вот.
Теперь дальше пойдем. Ну, давайте покажу вам. Теперь вот хранение еще заодно. Здесь вот средства для волос. А здесь уже гели для душа. И на самом деле они еще стоят у меня в нашей спальне в шкафу. Продолжаются запасы. Ну вот, еще тут у меня аптечка. Это в спальне, в шкафу тут с одеждой. Тут у меня несколько рядов стоит. Тут одежда, все, порядок. И тут вот тоже среди одежды такой домашней уже сюда все составила. В общем, вот такое хранение. Ну, а теперь вот эти панели в коридоре. Вот эти первые я вам показывала, делала здесь в коридорчике. Не обращайте внимания, я убираюсь. Получился один квадратик, попал нам другого цвета. Ну, в принципе, его тут не так видно. Вот над дверью тут. И вот коридор. Переходим в коридор. Тут тоже довезли нам маленько другого. Первые мы взяли вот такие вот они глянцевые. Как вам показать? Вот. А здесь уже нет, не блестят. Ну, их, в принципе, не сильно так. То, что коридор здесь цвет. Вот я сделала вот эту вешалку, мы брали фикс прайс. И вот этот цветочек я вам показывала. Вот я поставила на счетчик. Закрыла его так. Светильник еще менять будем. Ну, в общем, вот как-то так. Тут домофон. Вот, ой, тут показывать не буду. У меня тут мусор стоит, белье лежит, все. Туалет тут кошачий. В общем, вот так. Ну, смотрится, я думаю, неплохо. Намного лучше. Остается сделать потолок, покрасить и плинтуса поверху пущу, которые вот с Китая мне пришли, я выиграла. Тоже они вот с такого же материала, клейкие прям подходят. Убиралась и палец аж вывихнула. Вот этот, видите, какой он. Сейчас надо мужа ждать. Пылесосила так отчаянно. Еще окно мыло, все. Похоже, вывихнула палец, он у меня аж скрутился. Так вот отчаянно убираюсь. Ну, в общем, вот. Намного чище. Красиво, сразу стало светло в коридоре. Нужно будет еще какую-то прихожечку потом брать. Но это потом. Может быть, уже когда доделаем пол, надо сделать. Вот. А тут у нас просто полочка с фикс-прайс для обуви стоит. И табуреточки стоят. Ну, в общем, вот. Вот как-то так. Тут зеркало висит вот такое. Можно показать, да. Вот это не видно. Ну и все. Как-то вот так все. По-простому. Дешево, сердито, но чистенько. Так, и сейчас еще вам покажу, где у меня косметика лежит. Раз девочки туалетный столик спрашивали, я вам покажу, где у меня сейчас декоративная косметика. Так, ну давайте продолжим. Еще раз говорю, не обращайте внимания, у меня тут генеральная уборка. Вот тут носки мои в кадр попали. Убираю, собственно, всю пылесошу, постель меняю. Так, вот тут у меня то, что на месяц беру я. Стоит еще что, до чего очередь не дошла. Тут косметичка на работу, которую беру. Кремушки. Также все. Еще книжки детей. Это в детской, повторюсь. Вот у меня декоративка. Теперь сюда переехала пока. Не знаю, на какое-то время. Мне удобнее утром. Тут краситься, не шуметь. Мужу вот тут разложила все палетки. Здесь в основном, да, маленькие палеточки у меня. И хайлайтеры, румяна. Вот. Вот в этой коробочке хайлайтеры, румяна все идут. Здесь вот лежат вот в таком контейнере с фикс прайса. Муж его покупал для своих часов, он, конечно же, не подошел. Я вытащила верхний такой отсек с маленькими разделителями. И вот маленькие все сюда палеточки сложила. Вот здесь они у меня лежат. Так, что у меня палец прям вообще скрутило. Так, это вот магнитная такая, как палеточка. Маленькая, чтобы сюда можно было. Это мне Оксаночка Александрова дарила, присылала. Лежит, ждет в свою очередь. Ну, вот здесь старые вообще есть палетки, надо использовать. И вот в этой коробочке тоже, ну, здесь вот такой наборчик был китайский, все закончилось, тоже палетки сложила. Так. В общем, вот декоративка здесь у меня, и вот здесь основные все мои палетки. Сейчас что-то я уже перестала покупать, заказывать, что-то у меня их очень много, как-то перешла сейчас с светлыми этими однушками крашусь. В общем, тут у меня очень-очень их много. Сильно дорогих у меня нет брендов. Revolution, там Китай в основном. Вот, вот это моя любимица. Что-то ей давно надо. Вот сейчас лето краситься. Такие бюджетные. Можно как назвать девочки бюджетные, но тоже они сейчас не совсем бюджетные. Китай. Много Ruby Rose я люблю. У меня вот несколько прям наборов. Вот
эти здоровые, вот этот набор раздвигается, который. Вот. В общем, много тут у меня палеток. Не знаю, если кому будет интересно, пишите. Может быть, сниму. Так-то я снимала, но тут кое-какие новые, может быть, за год немножко появилось. В общем, вот такие вот различные палетки у меня. Ну и все, а там уже детей шкафчик. Так, ну и сейчас, здесь вот я снимаю видео, компьютер вот я сижу. Так, и сейчас покажу еще, где у меня косметика. Так, вот у меня есть такая вот полочка крутящаяся. Вот. В общем, здесь все у меня, и хайлайтеры, и румяна, и туши, и блески для губ тоже надо убираться, и тоже маленькие палеточки есть. В общем, вот. Здесь вот все у меня стоит. Ну и все. Вот так. Тут так тут показывать не буду фотографии сына с армии. Не надо их. В общем, вот. Такие вот. А это я просто вставила в рамочку. С днем рождения открыточки нашла. Что-то она мне понравилась. Хочу теперь в такие рамочки с фотографией какие-нибудь картинки красивые вставлять. Ну все. Я надеюсь, показала. Поделилась. Было вам интересно, кто просил, девочки. Ну, вот как-то так. Если подробнее косметика декоративная нужна, пишите. Постараюсь как-нибудь тоже видео снять. Надо мыло доснимать. А уже, как говорится, потом и декоративку. Ну, все, пошла я дальше генералить квартиру. Кому ж на работе. Сегодня у нас похолодало, пасмурно, дожди передают. Так что сегодня 8 мая, завтра 9, и будет холодновато. Было вообще у нас вчера 26. Сегодня что-то... Там. Утром я встала, в 9 утра было 10 градусов. Ну, в общем, все, давайте. Надеюсь, было вам интересно. Понравилось видео, пишите. Комментарии, получилось аж на 12 минут. Всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Еще будет много интересных видео. Всем до новых встреч. Всем крепкого здоровья, отличного настроения, хорошей, замечательной погоды, солнечного, мирного неба. Всех с наступающим праздником, 9 мая. Мира, мира, и помните, цените мир, самое главное. И не забывайте, как дался нам этот мир и наша жизнь, благодаря нашим дедушкам, у кого-то прадедушкам, у кого-то еще папам, кто постарше меня возрастом, у меня дедушки были, участники Великой Отечественной войны, и бабушка. Поэтому я этого никогда не забуду. И не прощу то, что творили с нами. Ладно, все, не будем о плохом. Завтра праздник Победы, великий праздник. Поэтому всех с наступающим. Всем мира, добра, до новых встреч. Пока-пока.